Видите, месье, мы уже опоздали. Они собираются забивать динамитную шашку. Нож паспорту, быстро, нож сувенир из саквояжа. Вот, месье. Кто-то перерезал золотой костыль. Это просто невероятно. Костыль невозможно перерезать ножом, даже золотой. Вот настоящий золотой костыль, губернатор. Это вы спасли нас от динамитного взрыва? Это он, месье. Он спас вас при помощи этого ножа и доказал, привычность мысли надо гнать, столовый нож оружием может стать.